Я никогда не скажу людям, это просто прогулка. Ничего себе прогулка. Я говорю, это тяжело. Но лучше говорить правду, верно? Победа бесспорна. Но я говорю, ровно столько, сколько может вместить наше бедное мышление. Надо сменить направление. От нас только и ждут, чтобы мы перестали бродить по кругу. Но что такое кардинально сменить направление и перестать ходить по кругу? То есть по кармическому кругу перевоплощения. Это, конечно, очень сложно бывает, особенно эгоистичным людям, поскольку приходится коренным образом менять привычный годами сложившийся уклад, уклад повседневной жизни. Не только на кончик носа глядеть перед сном, не только слушать меня, вот воткнув в уши что-то, да, а менять уклад жизни, менять постепенно. Приоритеты должны меняться, вы понимаете? Это изменение всей вашей жизни. Не просто метод какой-то, вот дайте мне метод, и я стану другим. Нет, дело не в методе. Дело в изменении уклада жизни. И духовно одаренный человек, человек, который пытается выйти из этого заколдованного круга перевоплощений, он просто обязан это сделать. В противном случае, если он не отдаст Господу долг, вся его жизнь пойдет на смарку. И он в очередной раз будет вынужден вернуться на землю в беспамятстве, чтобы еще более сложных условиях пройти нелегкий курс кармической педагогики. Очень нелегкий. Каждое следующее воплощение на земле, оно более тяжелое, чем предыдущее. В том случае, если вы не выполнили свою главную задачу. Понятно? Более жесткие условия. Вы окажетесь в более жестких условиях. Обязательно. Кармических условиях. Так что торопитесь реализовать свой духовный талант, став на путь сознательной эволюции, которая на сегодня действительно является единственной дорогой в наше будущее, эволюционное будущее. В работе, на пути, безусловно, встречаются трудности. Причем многие трудности, у каждого трудности бывают свои, есть и общие трудности. Сегодня они все хорошо известны, все эти трудности. И что самое главное, есть действенные практические рекомендации по их преодолению. Что надо делать, чтобы их преодолеть? Понятно? Все есть сегодня в практическом плане. И еще следует помнить, что Господь или наша душа никогда не преподносит нам трудности, которые мы не в состоянии преодолеть. Понятно? То есть соразмерно с нашими возможностями трудности нам преподносятся Господом. И мы просто обязаны, мы в состоянии их преодолеть. Тем самым, укрепив душу, и действительно, дав ей возможность обрести бесценный эволюционный опыт. А те, кто думает, что духовная работа заключается только в экстатических переживаниях каких-то, знаете, там запредельных, белый свет, там какие-то искры из глаз, там блаженство сплошное, напрасно это думают. Рутинная, каждодневная работа на пути сознательной духовной эволюции – это искоренение в себе ветхого человека. Вот тех всех наших изъянов, внутренних и внешних, которые должны быть преодолены с помощью божественной силы. Вот это каждодневная внутренняя духовная работа. Она требует терпения. И еще не надо иметь никакой цели. Вот никакой цели и никаких задач в работе на пути сознательной эволюции быть не должно. Как только вы имеете какую-то цель, там улучшить свой бизнес, подправить свое здоровье, там спасти человечество или кому-то помочь. Все, как только появляется цель, включается эго, вы выпадаете из процесса эволюционного. Все. Единственное, что должно вас вести по этому пути, это ваше стремление вернуться домой, стремление воссоединиться с Господом, стремление души, а не цель. Понятно? Цель обладать чем-то. Любая цель – это морковка. Впереди осла или кто-то осел, да, морковку вешает, чтобы он бежал, хотел ее скушать. Вот если вы имеете вот эту морковку впереди, то ни о какой сознательной духовной работе речи быть не может. Вы все время будете бежать туда, не зная куда. Для того, чтобы достичь что-то, вы не знаете, что вы должны достичь, когда вы имеете цель.
Понятно? Вы не знаете, как это будет вами восприниматься, то, что вы достигнете. И вы куда-то бежите и спешите достичь того, о чем вы представления никакого не имеете. Понятно? Поэтому никакой цели, никаких задач в духовной работе быть не должно. Просто стремление сердечное перестать быть тем, кем вы есть сегодня. Вернуться домой. Понятно? Все. Вот это главное. Тогда вы будете абсолютно искренне, и Господь к вам будет близок, потому что вы к Нему должны вернуться-то, а не что-то в себе подправить.